Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами я, Михаил. И наконец-то я добрался до живой стали. Так, и поиграть я сейчас решил. Я даже думал и решил, знаете что, давайте я еще создам одного робота и потом, наверное, одного. Я хочу посмотреть, если я заполню вот эту всю шкалу, то есть мне какие-то придут новые запчасти, скажем, для постройки какого-то другого, ну, вида робота, скажем так. Потому что я покупал DLC комплект, только покупал его на американском сторе. Там у меня два что ли DLC я купил, и вот этих вот доспехов их просто нет. Я не знаю почему, что мне надо сделать, чтобы они были. В общем, так, этим не буду. Ну давайте создадим и посмотрим, какой лимит вообще. По идее, 1, 2, 3, 4, 5. Ну-ка, у меня их там 5, да? Сейчас, 1, 2, 3, 4, 5. Да, все правильно. Еще 6 и 7 можно потом будет создать. Ну, посмотрим. Так, кто у меня будет? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Надо кого-то создать поинтересней. Так, и... А знаете, давайте я... Power тип создам. Power это сила, да? Давайте его создадим. А сколько у меня тут? 1,5 миллиона. Отличненько. И посмотрим. Вообще-то я хотел Человека-паука поиграть, но посмотрел на просмотры, увидел просмотры и понял, что вы ждете, скорее всего, живую сталь. Так как вам любая другая игра почему-то не интересна. Ладно. Прокачиваться. Ну, в принципе. О. Это у меня номер 1. Это номер 5. Нет. Это уже другая голова идет. Hefty head. А почему вот тут одна? Я не понял. А, она установлена и одна продается. Что-то я немножко не понял. Или у меня куплено это? Ну ладно, не суть. Давайте сейчас пройдем хотя бы пару роботов. А там посмотрим. Ну вот такой будет. Злой. Вид-то у него такой серьезный. Как будто он щурится, злится, да? Лицо я имею в виду. Или морда, как там. Так, поехали с первого. У него такой же боевой рейтинг, как у меня, так что тут волноваться, я думаю, не стоит. По названию я придумаю потом его как назвать. Ну, пока он будет таким. Поехали. Туториал. Не знаю, может что-то мне... Давайте обучение пройдем, потому что я его давно не проходил, может что-то я упустил. Так, вот такой вот у меня герой. И у него все по нулям. 0 побед, 0 поражений и 0 ничьих. Хотя, наверное, тут ее нет. В общем, так, сейчас. Вот сразу же нам показывают, что пару кнопочек. Это что у нас тут? 2 минуты раунд. Пам-пам-пам-пам-пам. Смотрим. Сильный удар. Strong left punch. Strong right. То есть сильный удар левой, сильный правой, да. Слабый удар левой и правой также. Потом что? Изучаем. R2 это у нас вороты, по-моему. А L2 это у нас отступление. А. Ну сейчас я немножко... Так. Нет, у ворот R1 это у нас отступление. Вот. L1 точнее. L1 показывает и... Back to match. Так. И все равно я не успеваю увернуться.
Это у нас блок. Точно, R2 же это у нас блок. Угу. Поехали. Сразу же получаю. А вот если так вот... Ну, слушайте, я его сейчас быстренько как бы оприходовать должен был. Так, атака. Вниз и любая кнопка, да? Ну что ж ты? Смотрите, нарываюсь просто. Па-бам, парирование. Объясняют нам. Как парировать? Ну это я уже... Дошло до меня давно. Отличненько. Слушайте, легко вынес его на самом деле. Я думаю, первый мир я пройду даже не... скажем так... Не модернизируя робота. Ну, посмотрим. Па-бам. Потом. Еще так. Смотрите, видите, он ничего сделать не может. Ой, блин, не тот удар хотел. Ну ладно. Легко справился. Мощный такой получился у меня робот. А что тут у нас? Хм. Жизни, в общем. Типа повышение уровня, что ли? Скорость. Я, видите, не все могу разбирать по-английски, но... Performance, Distraction. Да, это... прокачка робота. Типа на всех. Скорость, силу, атаку. Что там еще у него? Передвижение. Восстановление. Восстановление тоже важная часть. О, апперкот, кстати, я еще не делал. Тихо, тихо. Это что тут у нас? Ох ты, блин. Какой же ты. Уворачивается. Бум. Все. Ну, легко я его срубил на самом деле. Можно уже дальше проходить. Так. Встанет, не встанет? Мне кажется, не встанет уже. Ну да, первые роботы, они легко падают. Вот. А последний? Это да. Посерьезнее будет. Ну что у меня? Подождите. Это все детали прокачаны, походу. Да. Performance Skill. Distraction. Скорость. Хм. Окей. Окей, Google. Поехали дальше. Да, за это мне не дадут детали никакие, так что... Слушайте, а может мне... Ну, давайте я еще одного шлепну. А потом можно проэкспериментировать с другими деталями. Конктрон. Ну что, поехали. Вперед. Ладненько. Будь по-твоему, сейчас мы попробуем силушку свою. Такой уже посерьезней враг. А, сразу же мне втюхал свой сильный удар. Опа. Ну я быстрее, кстати, и удар у меня тоже не слабый. Так. А вот этот вот. Тихо, тихо будь. Блин. Я хотел другой удар, но он... О, ты какой ты хитрый. Блин, вроде думал блок поставил, а нифига. А, если так... Слушайте, у меня же еще короночка есть такая, которая ничего не сделала. Хоп, блок. Да что такое-то? Все удары принимаю, в общем... А если ты вот так вот, все, наконец. Вообще мне интересно бы, конечно, создать бы что-нибудь уже довольно-таки отдаленное от всех, кто у меня был. Не знаю, получится. Тогда он встал. Конечно, жалею, что не купил дополнительных роботов. Это уже один робот был, цена игры, короче, в свое время.
А потом, когда я опомнился, их уже не было. И самой игры уже тоже не было. Оу-е. И по корпусу полетели. Удары, кстати, 4 штуки прошли. 4 или 3. Корпус хорошо сушит и руки. Ну, корпус-то фиг с ним. А вот руки отламливает, это да. Ломает, отламливает. Так, но он все-таки сильный дядька. Так, по голове надо. Отличненько. Так, 10 секунд. А если так, все равно же это поднимут. Поднимут, повезет тебе. Ну, вот такой вот у меня. Я повышать не буду силу, потому что мне и так хватает ее пока. Мне кажется, тут каждую деталь надо прокачать. Вот такие доспехи у меня уже имеются. А раз они имеются, надо какие-нибудь другие прикупить. Просто их так много и уже запутался на самом деле. Так как и роботов у меня тоже создано немало. Па-бам. Вот сейчас смотрим. Сейчас. Да, на 100% все прокачаны, скажем так, 99. Это уже тупиковые ветви, скажем так. Можно починить, в принципе. Починить. 2000. Название, наверное, поменять. А то они у меня один робот и другой робот. Я пока не знаю, как его назвать на самом деле. В общем, будет он у меня номер 2. А, нет. На ту кнопку нажал. Так. Номер 2. Дальше. Дальше мне надо закупить детали. И сразу же одеть на него. Па-бам. Ну. Окей. Одна ячейка осталась. Пустая, имею в виду. Ну что, поехали с головы. Это у меня имеется. Это у меня. Давайте будем первый уровень покупать, потому что как бы нечестно будет, если я сейчас сразу же 5-й куплю. Это у меня вроде есть. Так. О! Слушайте, а вот это я не помню вообще, было у меня когда-то. Так, это что такое? Это у меня есть, наверное. Только 5-е. И это у меня есть, тоже 5-е. Вы видите, белое. Это у меня тоже есть. А вот это что такое? А вот это вот нету. Подождите, или было? Ладно, фиксим. Ну-ка. Так, а вот... Давай посмотрим. Это у меня есть... 5-е, да, по-моему, нет? Нет. Ладно. Ретро. Ретро у меня имеется, значит. Так. Это что? Это имеется. Тегма. Тегма тоже имеется. А почему только 4-й уровень? А где 1-й? Ладно. Тетра. Вот тетру можно купить. Тоже их. А нет, 4-й у меня она стоит, да? Ультратеч. Ну-ка. Ультратеч. Викинг. Визор есть. Так, ладно. Еще раз.
вот этого тут футболиста, значит, раз желтым, значит, нету, да? Ну, давайте его сделаем. Battle Helmet. Окей. Окей, друг. Па-бам. Так, Battle Helmet. Тело. Ну-ка. Battle. А где она? Там немножко другое, скорее всего. Шогун, Тегма. Ну вот это вот получается. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Ха, это у меня есть, значит, да? Ну-ка. Попробуем тебя тогда сделать. То есть все по, скажем... Нет, тебе не буду делать. По сборке. То есть если он для этого идет... Там название головы, название тела. Но это у него по-другому как-то. Сделаем как... Соберем из него. Даже не знаю, кого соберем. Так, руки. А, вот. Battle Ring. Battle Ring. Да? А тут как название? Butters. Они... Battle. Butters. Да что ж ты... Берсеркер. В общем, Берсеркер. Это получается Берсеркер, да? Так. Берсеркер. А того получается батл нету. Берсеркер. Странно, 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 странно. О! Бокс. Ну-ка, 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 ну-ка. Я просто хотел, чтобы как бы все детали были подходящие. Скажем так, шли в полном комплекте. Баттерингс. Ну-ка. Ага. Это вот такие руки, да? Берсерка, что ли, выбрать? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте его выберем. Нет. О, перегруз сразу, да, идет? Окейшки. Что-то, походу, плохо ему станет. Он тяжелее стал намного. И... Так. Берсеркер, тело у нас есть. А вот голова у меня. Скорее всего. Давайте ее. Вот это возьмем. Окей. Все у нас берсерком будет. Берсерк. А это что такое? Это кулачище. Так, а есть этот берсеркер? Нету, да? Ну-ка. Так. Непонятно. Или без разницы взять, так. Ну-ка. О, вот эти кулачища у нас. И желтый. Давайте вот. Или все-таки. Ну давайте, на Б, значит, на Б. Купим вот это вот. Так, что у меня тут прирастает? Скорость удара. Нет. Только вес. Огромный вес. Так, так. Так. Так, на вторую руку тоже, бог ты мой. Прокачали. Потом что у меня? Ноги, да? О, ноги-то у нас нормально.
Берсерка выберем. Так, так, так и так. Вот такой вот пухлик станет. Кстати, здоровенький. Так, берсерк. Окей. Кто у меня сейчас? Третий робот со мной драться будет. Ну вот и посмотрим. Прокачаны они или нет. Так, ладно. Номер 2, да? И чё? 10 минут. 10-минутный раунд. Опа. Посильнее стал, да, противник. Непривычно так. 2. Номер 2. 2 победы. Так, братан. Сейчас ты будешь бить со мной. Сейчас, походу, вот такой будет прямой удар офигительный. Опа. Не получается попасть. Раз. Ой, устал. Ой, держи тогда. Вот это да, и я устал. Ладно. Слабенький удар нанес и хватит. Апперкот, если. А, не, вот этот удар поинтереснее будет. Еще. Медленный. Очень медленный. Так. Держи тогда. Так, подожди. Ух ты как. Отличненько. И еще тебе. Тихо. Так, держи тогда. Ну вот, все-таки, как говорится, талант остался. Ну как талант? Навыки остались. Это даже не талант. Это навыки, которые я годами развивал в этой игре. Ну вот сейчас посмотрим. Мы его зароем, и прокачка будет ли у него. И... О, блях, муха, нифига себе. Вот меня, конечно, обманул. Еще немножко. А, кстати, у меня жизни даже меньше, чем у него. Раз, два, три, четыре. Четыре должно было быть. Так. Оп. Оп. Он не устает, смотрите какой. Оп. Оп. Что-то у меня видео потерялось. И еще. Четыре удара. Ну, три, да. Фиг с ним. И еще. Опс. Я тут устал. Так. Уворачиваемся от его мощного удара. Достал ты, а? Потихонечку будем его, ну вот так вот убивать. Окей, номер 2. Не знаю, просто должны другие доспехи выпасть, но их нету. И вот у нас то, что осталось в рюкзаке, скажем так, в магазине, то осталось. А новые детали я пока еще не видел. Ох ты, голову-то набил, смотрите. Ладненько. Окейюшки. Вставай уже, давай. Я. Ну, вот сейчас мне прямо интересно будет. Я раньше этого не замечал, что у нас идет прокачка по другим канонам. В общем, потом пригляделся и что-то тут не то думаю. Вот смотрите. А, 99. Ревард. Походу нет. Походу мы тут не прокачиваемся уже. Странно, странно. Ладно. Последний, да? И доспехи-то такие купил неуклюжие. Как-то он такой... тяжелый стал. Давайте с метро и закончим. Так, три победы, да, три боя, три победы. Окей, что надо как-нибудь будет его назвать по-другому, не два. Что им придумаю? Три победы, нормально, и метро.
Вот ему бы голову оторвать, но вряд ли это возможно с моими возможностями. А нет, кстати, смотри, я сейчас ему пробью, наверное, нет, не чувствует. Ай! Держи. Так. Еще давай. Хоп, повернулся. Хоп. Нет. Немножко заигрался с ним. Воу. Ох, я так не пробью его, конечно. Не хватает у меня силёнушки. А вот так вот можно. Кстати, по голове удары приходится. Ах ты. А вот так, если. А еще, смотри, неплохо. Разбираю его тут. Так. Еще. Понемножечку. Нет, поближе подхожу, по корпусу уже бью. Что не очень для меня интересно. А вот по голове будет, да? Желательно бы, говорю, фейтелити ему провести. Че он только так может? А, нет, еще может вот так вот делать, да? Не только руками махать. Ну что, держи. Опа, парировал меня молодцом. Раз, два, три. Все по голове, смотрите, хорошо. Еще можно. И еще. И вот так вот постепенно его донимать. Опа. А вот не всегда получается. Опля. Все. Покрасил уже в желтый цвет. Блин, упал. 10 секунд. Он сейчас ее починит и все. И снова бить по голове. Надо было не спешить. Он бы все равно ее чинить не стал. Он бы на силу надавил. Можно, в принципе, не на силу сделать. Так, давайте. Пробуем. Попробую я все-таки. Окей. Да что такое-то? Не чувствует он ударов этих. Ну, пробивая потихонечку. Блин, да что такое? Загнал меня в угол. Пробил все-таки, молодцом. Ладно. Пускай бьет. Сейчас я его пробью. А, кстати, как самурай выглядит. Смотрите, он даже трясется под ударами. Ага, зато он мне как свой двинул, так двинул. Так. О, не поймаешь. Смотрите, я уже его пробил. О, хорошенько. О, блин. Ладно. Бензин закончился. Оу. Нет. Надеюсь, станет. Я думал, закончу сейчас бой. И все будет круто. Если он не станет, будет печально. Ну. Давай. Походу все, да? Как-то он быстро сдался. На самом деле. Ну вот как-то так. Вот такой новый робот. Надо еще подумать, что с ним сделать будет. А у меня цель какие-то детали новые получить. Потому что должны они быть. Ладненько. И вот тут тоже всегда было интересно, можно чинить за деньги, за игровые, да? А можно чинить за фигня какая-то вообще. И все. И вы уже не тратите деньги. Ну, странно. Ладно, разберусь. Ну ладно, друзья, всем спасибо, кто меня смотрел. Комментируйте. С вами был Михаил. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.